Вот тебе первое задание, новенькое. Спасибо, добровольчицу. Я буду помогать тебе по рации. Жена Марио горит, елки-палки. Чё-то напора не хватает слегка. О! Фига ты какая, ты точно жена Марио? Поступило сообщение о пожаре, в здании есть люди. Да ладно. Посреди ночи-то людей, конечно, не бывает в зданиях, ага. Через дорогу открылся какой-то странный магазин. Фига, мы забурились. Есть, мы кого-то спасли, мы кого-то нашли. Ай, чувак тут пирожки жарит. Привет, ребята, с вами Мобик, и сегодня поиграем в игру, которая называется Fire Girl Hack and Splash Rescue. Короче, мы сейчас будем играть за девушку пожарного и тушить пожары, прям ломиться в огонь и спасать всех, кого найдем. Совет шефа, иногда полезно осмотреться, а также посмотреть вверх и вниз. Привет, новенькая, вижу, ты пошла по стопам отца. Ну, возможно, добро пожаловать в дом пожарных. Финансирование у нас не то, что раньше, обучаться придется на практике. Ну, погнали. Конечно же, в доме пожарных пожар, отсюда и название, ха-ха. Он сам, что ли, горит? Или это дом горит за ним? Так вот, на последнем этаже застряла одна из выживших водопроводчица. Вот тебе первое задание, новенькое. Спаси водопроводчицу, я буду помогать тебе по рации. Жена Марио горит, елки-палки. Ломимся. Если что-то преграждает тебе путь, доставай топор. Он всегда со мной. Мочи топором, давай. Рубим двери. На. Огненные монстры, быстро потуши их из шланга. О, монстры, туши монстров. Че, потушили? Это лужа? Мы можем посмотреть. Монстры на стене. Остудитесь, охладитесь. Я не достаю, или достаю. Возможно, это монстр, который еще выше. Бам. Так, еще монстры. Как мне? О, я поверх пошел. О, я что-то близко к монстрам-то подошел. Надеюсь, они меня не достанут. А, недолет. А, подпрыгивать. Ох ты, фига, как я могу. А если подпрыгнуть и тушить? Нет, я могу подпрыгнуть только вот так. Ладно. А мне не заканчивается вода? В прыжке не стреляй, улетишь. Понял. Обучалочка пожарного. Так, а как мне их потушить тогда? Давайте, тушитесь, монстры. Не, фигня какая-то. Ладно, полетели наверх тогда. О, да, здесь же у нас дырявый пол. Туши огонь, чтобы выиграть немного времени. Только я чем занимаюсь? Грёбаный насос! А, у нас вода заканчивается, видимо. Какой он там насос еще имел в виду? Ну смотри, а, не хватило на одного монстра. Что у нас тут? Если пройти не получается, осмотритесь. ВС. А, ну это я понял. Я не понимаю, как мне по лестнице подняться? О, норм. Такая уж работа у пожарных, рисковать своей жизнью, чтобы спасти чужие. Блин, недолет. Ладно, этих, наверное, тушить не будем. Ну куда ты долбишь-то, вот сюда? Жена Марио, ты где, блин? Наверху где-то. Оу, что это? Что-то было. Нужно... Что там нужно? Монстры, проваливайте. Сырость развели. Немножко. Напора не хватает слегка. О! Фига ты какая! Ты точно жена Марио? Отличная работа, новенькая! Дальше мы разберемся. Окей, у меня фанаты появились. Смотри, 105 человек фанатов. Так, и что, возвращаемся теперь назад. Юха! Придется прыгать, воспользуйся... Чем?
парашютом? Надо было, наверное, да, вот так вот делать. Ну все, погнали. Я все. Это мои фанаты. Отлично, новенькая. Ты прошла нашу невероятно реалистичную обучающую симуляцию. Фига себе симуляция у вас, чувак. Сгореть же можно в такой симуляции. Хе-хе, ладно, может и это и не симуляция была, в будущем что-то там. Но отец с тобой бы точно гордился. А теперь отдохни немного. Ребята разберутся. Привет, новенькая. Такое ощущение, что это тот же дом. Помнишь водопроводчицу, которую ты спасла? Она вернулась и хочет нам чего-то водопровод починить. Бывшая водопроводчица потеряла бизнес после пожара. Желаемая зарплата. А, на работу к нам? Огненные монстры, быстро в машину! Подожди, я вот с этой разберусь. Что мне с ней делать, с этой водопроводчицей? А, мы можем прокачаться. У нас есть 1000 баксов. Апгрейд! Больше воды, проще тушить. А где мы денег взяли? Здесь у нас автонаполнение. Вытягивает влагу из воздуха, медленно наполняет бак. Медленно, но верно, как говорится, да? Дальность выше, прыжки тоже. Напор. Надо было вот эту, наверное, фигню покупать. Ну, просто водопроводчица-то, вот она. Ладно, что там надо? Эй! Чё, куда? Куда идем? Зачем идем? Машина где? Алло! А чё там у нас? Какая-то маска? Что? Какая машина? Где машина? Наверное, с этой стороны. Да, есть! Погнали! Чё там? Кто там? Поступило сообщение о пожаре, в здании есть люди! Да ладно! Посреди ночи-то людей, конечно, не бывает в зданиях, ага. Через дорогу открылся какой-то странный магазин. Фига, мы забурились. У нас есть 3 минуты. Ломай нафиг все. Где монстры? Вот они. Че, напор... напор больше. Давай, 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 давай. О, при тушении монстров нам время добавляется. Прикольно. А это какой-то белый. А че он белый какой-то монстр? Воу, фига! Как это? Надо, короче, перепрыгивать, видимо. Ну, здравствуйте. О, какой-то будильник. Что ты? Чё ты нам даешь будильник? Ай! Ё-моё! Я ж сгорю так. Это босс какой-то. Смотри, что происходит. Что за будильник? 30 секунд взяли дополнительно. Мочи черепа. Ну что, люди-то, где люди? А что, мы стену не можем разрубить? Блин, обидно. Только двери. Да елки-палки. А-а-а! Мы сдохли! Жертвы. 2 чувака сгорело, я только одного нашел. Городской фонд плюс 2000 баксов. Доход от поклонников. Счет за лечение 1000 баксов. Мы зажарились. Ну я начинающий пожарный, чего вы хотели от меня? Так, что у нас тут? 4000 баксов, нет у меня столько. Давай, напор. Качаем напор. А, можно еще раз. 2 раза напор прокачать. Я в минуса ушел. А что, так можно было? А давайте минус 50 штук баксов нарисуйте мне, пожалуйста. Не, все, кредит закончен. Погнали еще. Я готов, я надеюсь. Поступило сообщение о пожаре, и как обычно, люди есть в здании. Я надеюсь, их меньше 2. Давай, погнали. Попытка номер 3. Это 3-й уже пожар по счету. О, напор, смотри, реально круче стал больше. Ну вот этого, наверное, сразу... Да! О, но он все равно попал. Но я сильно не пострадал вроде. Есть, готово. Ну что, с 3-й попытки-то получится, я надеюсь. Нормально все у нас? О, время. Есть, мы кого-то спасли, мы кого-то нашли. Ай, чувак тут пирожки жарит. Отличная работа, и мы сдохли. Новенькая, теперь к выходу, быстро. А я... А, не, я в тени где-то, смотри.
Мужик, пошли со мной. У нас фанатов прибавилось. Выход здесь. Пора на выход. Так, нет же, там еще вроде есть, чуваки. Погодите, вот сюда. Я здесь еще не был. Надеюсь, вентилятор вот этот не упадет на меня. Ай-яй-яй, минус два сердечка. Так, летающих сначала, потом вот этих. Ой, закончилась вода. Не можем бесконечно поливать, печалька. Так, сейчас сюда сбегаем еще. Ну да, стрелка показывала в другую сторону. А-а-а! Почему так? Чё-то напор-то уже какой-то не такой. Все, вода заканчивается. Ладно, фиг с ним. Из этого чудика... Ай! Успел, не успел, непонятно. Вроде сердечко два штуки, как было, так и есть. Так, что у нас тут? Еще ломаем. О, водичка. Ай! Да блин! Не пустил меня к воде. Козленыш этот. Летучий. Или мне не надо? Нет, мне надо. Пора на выход? Да, наверное, пошли на выход уже. Че уже? Хватит? Так, а что это задание? Ну, блин, мне кажется, там два человека... Нет, жертв ноль! Оказывается, там один чувак всего был. Ага. Доход от поклонников. 614 баксов. У меня поклонников 357 человек, блин. Дамы и господа, настали темные времена. Как многие из вас знают, тяжелая жизнь не чужда и мне. Я ветеран пожарной бригады. 10 лет назад эпидемия пожаров унесла жизнь моего напарника. Это наш батя или это мэр? Но теперь его дочь выросла и готова пойти по стопам отца. А, напарник это батя наш, окей. Можете не сомневаться, власти поддержат храбрых пожарных. Что скажете о сокращении финансирования для пожарной бригады, господин мэр? Неудобный вопрос пошли. Ассоциация домовладельцев жалуется на коррупцию среди пожарных инспекторов. Прокомментируйте. Послушайте, юная пожарница настоящая героиня. А вы тут вопросы дурацкие задаете. Заводить сейчас разговор о деньгах крайне неприлично, даже неуважительно. Я согласен, чувак. От лица всего города позволь вручить тебе эту награду. Медалька или что это? А сколько она денег мне даст? Я хочу прокачаться. Вот это да. Как блестит. Завидуй молча ты. Ну что, мы награду какую-то получили. А у меня все равно минус. Мне надо погасить кредит. Это получается у нас третий этаж, да? Вот награда наша. Ладно, ребят, на этом сегодня закончим. Вот такая вот игруха. Если она вдруг понравилась, то ставьте лайки. Ну а с вами был Мобик. До новых встреч. Пока-пока.